Hello guys, today I want to show you something special, because this is Capitan Blood, and this game which creates the story about creation of in 2003 years, after success of Corsa series, 1C production create 1C Sea of Wolves studios for developing this game, Capitan Blood. In 2007 years is practically over development of this game, but it's not show up in markets. And 2008 we have some problems with this game too, and 2009 some problem have in studios, and this game never show up until April of this year. There is a lot stories about how source of this game was lost, and admins destroy hard disk which this game, and I don't know where is source of this game hided, but now we can look at this game. This is slasher like God of War. Of course, one is publishing, not Sony, and you need to understand this budget of this game and God of War, it's big different, but we can see how it's like in 2007, like graphic and picture, sound and gameplay. And here, let me start. Of course, normal. Okay. This game is sourced at old book about pirates, Adventure Capitan's Blood, Fortune Capitan's Blood, and I don't remember. Пираты готовятся к абордажу. Раздать матросам оружие. Этим карасикам будем рвать глотки! Круче к ветру! Шевелись, якорь, вам глотку! На борту баба из благородных! Цацу брать живьем! Потом решу, что с ней делать! Остальных за борт! Лоррейн, запрись в каюте! Спорим им брюхо! Лево руля! Они идут на таран! Господи, помоги! Не теряйте мужество! За Англию! К абордажу готовьсь! Отплавались карасики! Сейчас будем чикать глотки! Ха-ха-ха!
Отец! Лоррейн, дочь моя! Еще раму 100 000 чертей! Сомнется, мне ты не отбить! Да он запнулся, конец! А мне сверхголь выдал еще перстень того гряда. Ты прокричал, Карман! Ну, я к сучку. И что ты думаешь? Стекло. Обманул их, он ты сочнулся. И с тех пор его никто не видел. Иначе появится. Аж ужин, капитан. Мое особое блюдо для почетных гостей. Угу. Приятного вечера, капитан. Ты смотри, какая роскошь. Такое угощение надо хорошенько залить. В этой дыре не умеют готовить. Что он нам подал? Самую толстую помойную крысу? Я бы сейчас сожрал и крысу. Все силы потратил на этих голландцев. Чтобы я еще раз позарился на легкие деньги. Кстати, о деньгах. Намечается дело. Капитан, говорить о делах на пустой желудок – дурной тон. Да и не ко времени, я еще не спустил и трети купеческих дублонов. Да я бы и пальцем не пошевелил. Но тут дельца посерьезней голландских рейдов. Намечается большая война между Англией и Испанией. А где большая война, Волк, там и большие деньги. Очень большие. Скоро здесь будет ад кромешный. Если не упустим свой шанс, вернемся в Англию королями. Ты это о чем? Хочешь податься к англичанам в каперы? Каперского патента нам не дадут. Хоть ты лопни. С твоим оптимизмом, Волт, только на берегу сидеть. Случай подвернется. Надо только быть наготове. Испанцы! Скоро не испанцы! Испанцы! Как испанцы? Откуда? Испанцы! Откуда они взялись? Господа, мест нет! Волт, ты на улицу. С этим сбродом я справлюсь сам. Окей, let's... Окей. Мув часа. Так... Окей. К оружию! I destroy the musket. God damn it.
Бомбим город! ¡Vámonos, puto madre! Испанцы рвутся в ратушу. Там укрылись горожане. Спасем их! Come on, come on!
Пушки бросили на штурм все силы. Окей. Быстрее, капитан! Враги захватывают город! What the fuck is this? Okay, we are now getting closer at all. Okay.
вашу голову! Пока мы тут прячемся, враги захватывают город. Пирс!
прячемся. Враги захватывают город. Еще один отряд испанцев направляется к берегу. Всем приготовиться! Они приближаются! Сейчас здесь будет жарко.
Атака испанцев захлебнулась. Они отступают. Захватим их корабль, пока он там. Будет сделано, капитан. Я этим займусь. Поспеши. Я попридержу остальных. Okay, guys, that's... wow. As I remember you, it's game of 2007 year. Well, I think it's probably good game for that year. Next time I try to remember what game we play over the... well... I see a lot problem here, but quick time events, okay. Okay, for now it's done. I hope next time I will continue this game. And that's it for now. Bye-bye, guys.